Всем здравствуйте, это прогноз погоды на вторник, 21 декабря. Облачную погоду обещают на территории Кировской области. Минус 21 градус ожидается в Котельниче, минус 20 в Слободском и Яранске. Минус 18 градусов в Лузе и Кирсе, минус 16 в Уржуме. В Кирове во вторник обещают небольшой снег. Днем минус 13, минус 11 градусов, ночью минус 21, минус 19. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Ветер юго-западный до 1,5 метра в секунду. Световой день продлится 6 часов 17 минут. Луна убывающая. Это был прогноз погоды на вторник, 21 декабря.